каждой стопки снять по одной книжке, образовать новую стопку и поставить ее в правильное место. Да. Числа ли 20-18? Сделали или нет? Нет. У нас очень долгий период. Скорее, предпериод. Да. Пока у вас не начался период, вы не знаете, период это или... Нет, вернее как, то, что оно будет периодическое, следует из того, что просто у вас чисел не больше, чем 38 штук, правда? Чисел больше, чем 38 быть не может. И любое из этих чисел не больше, чем 38, правда? То есть вариантов конечное число. Но как-то их уж очень много. У вас уже дошло до 7 чисел. 20,18, и то и 19,17, 2. Это правда. Следующее. 18, 16, 3, 1. Дальше. 17, 15, 4, 2. Отлично. 16, 14, 4, 3, 1. Согласны? Так, хорошо. Теперь что? 15, 13, 5, 3, 2, 5, 4, 2, 1. Да, заметьте, чисел уже стало 6 штук. Это забавно. Забавно, уже 6 чисел. Чего-чего, посмотрим. Уже 7. Раз, два, три, четыре, пять. Да, уже 7 чисел. Уже 8 чисел. 8 чисел. Что теперь дальше у нас будет? 7, 6, 5, 4, 4, 5, 4, 4, 3, 3, 3 и 1. Хорошо. Так, опять 8 чисел, да? 8, 7, 6, 5, 4, 2, 3 и 2. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три. Вот не совсем. Вот не совсем. Сейчас давайте еще посмотрим, что у нас будет. Сколько этих чисел? 8 штук. Заметьте, все время начинается с 8. То есть раньше мы вот эту вот образовавшуюся только что стопку ставили куда-то будет в середину, а сейчас мы ее все время в самое начало ставим. Итак, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Так, чисел впервые стало 9. Опять идет в начало. Ужасно интересно. А теперь пошли. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 9 чисел. 9, 8. Теперь что там дальше? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Так, сколько этих чисел? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Есть такое понятие треугольные числа. 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 – это 10, плюс 5 – 15, плюс 6 – 21, плюс 7 – 28, плюс 8 – 36. Вот 36 – треугольные числа. Если это было 2016, то у нас получилось… Вот здесь эти лишние 2 дают нам немножко другую ситуацию. 8, 7, 7. Что здесь? 6. 6. 4. 4. 3, 2.
есть неприятность вот в этом месте. Возникает в каком-то смысле дефект. То есть 1, 2, 3 исключения. А вот дальше у нас еще плохо. 8 чисел. Так, теперь надо из всех единички вычитать. 7, 6. Так, да? 7, 6, дальше. 5. 2 пятерки. 4. Да. 2, 1. 4, 2, 1, отлично. Я дождался, когда возникло 9 чисел. Это очень интересный момент. У меня возникло 9, а потом идут те самые 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1. Согласны? Вот здесь вот стройки получилось. Двойка, да? А потом опять будет. Так, здесь опять чисел сколько? Опять 9. 9, 8. Цикл уже. 9 уже было. 9 минус такими числами? Да, да, да. Где? На предыдущей доске внизу. Вон он. На предыдущей доске. 9, 7. Вон, прямо рядом. Здесь? Да. 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1. Слушайте, какое счастье. Отмечу вот такую штуку. Да. Как ни странно, это ключ к решению задачи. И только вот это мне уже тяжело делать, потому что мне замучительно сломать. Пожалуйста, самостоятельно все вот эти ситуации, начиная с этого момента, проследите, пожалуйста, в таком же стиле. И ответьте себе на вопрос, что на самом деле происходит с этими двумя клеточками. Если вы ответите себе на этот вопрос, то на самом деле вы очень многое про эту задачу поймете. Итак, у нас есть вот то, что я бы назвал треугольное число, а именно, так как по диагонали вы здесь рисовать, да? И эти две клетки. Посмотрите, пожалуйста, как на картинке изображается вот эта ситуация. 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Что на самом деле произошло? Вот эта клетка ушла сюда, а эта сдвинулась на единицу. Каждую из вот этих вот ситуаций попытайтесь понять, как она выглядит. Она выглядит очень просто. Что делают эти две клетки? Раз, вот, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8 и 9 ход. Почему здесь именно 9 ходов? Потому что вот эта штука это 9. Ребят, эти две клетки, они просто едут по этой лестнице. Вот эта все время сдвигается на одну клетку, а эта, когда сюда вот дошла, перепрыгивает сюда. Давайте я нарисую какое-нибудь случайное положение. Вот это положение. 8, 7, 6, 5, 4, 3, а вот дальше 3, да? Еще раз. И 2. А знаете, что это такое на самом деле? Это вот эти вот две клеточки, что называется, добежали в это место. Понимаете? Вы видите, что происходит с этими клеточками. Это еще не будет решение задачи. Но вы уже догадаетесь, вот ответ в этой задаче такой. Сколько бы в начальный момент ни было этих клеточек, оказывается, нужно взять наибольшее треугольное число, которое превосходит количество, и нарисовать такую картинку. Как можно представлять операции, которые мы делаем? Не обязательно брать книжки сверху. Можно из каждого взять книжку по одной снизу и вот этот вот ряд весь переставлять вот сюда.
А остальные, соответственно, сдвинуть вправо на одну клеточку. Тогда получается следующая вещь, что при первой операции эта клетка съезжает сюда, а эта клетка встает на ее место. При следующей операции эти две клетки сдвинутся сюда. Потом при следующей операции они сдвинутся сюда, потом они сдвинутся сюда, потом вот они сдвинутся сюда, потом они сдвинутся сюда. Да, и так получается цикл. И вот, ребята, количество этих клеточек может быть любым. То есть, если у нас есть выражение 1 плюс 2 плюс 3 и так далее плюс n, то после этого, если у нас больше нет, то так и будет цикл ДД1. А если есть еще хотя бы одна, то возникает цикл какой длины? N плюс 1, правда? Понятно почему? Потому что там у нас есть n плюс одно положение для этих клеток, и они вот так будут двигаться. Это хорошее упражнение, когда будет время, если хотите разобраться с этой задачей, это взять начальную ситуацию 20-16 и увидеть, что действительно из нее получится цикл длины 1, а именно цикл, который будет состоять из чисел 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ну и вообще другие. Ребята, для того, чтобы закончить с этой задачей, осталось доказать, что это не конкретное свойство чисел 20 и 18, а что так всегда. Что зацикливание, если было треугольное число в сумме, произойдет любой период длины 1, а если было не треугольное, то есть число, которое больше, чем сумма чисел от 1 до n, и меньше, чем сумма чисел от 1 до n плюс 1, то будет период n плюс 1. Господа, ключевая идея – это вот доказать, что начиная с какого-то момента вся ситуация будет так, что будут несколько клеток, и они каждый раз будут продвигаться, а когда дальше вниз, будешь переезжать сюда.